смятенье или сбился ты с пути, ты с мольбой к архистратигу Михаилу приходи. Он души моей надежда, услаждение в час тоски, он великий воевода, победитель царства тьмы. Он начальнице бесплотных и незримых умных сил, он обиженный заступник, чудный ангел Михаил. В его руки можно смело боль и грусть свою отдать, он крылами, как покровом, будет душу ограждать. Он монахов покровитель на их ангельском пути, и незримый охранитель он обители святых. Я трепещу от ударов, что наносит царство тьмы, но мой светлый воеводу Михаиле помоги. Души моей надежду, чтоб боролась до конца и готовила одежды для воскресшего Христа.